И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и это видео о том, что я сменяю не только сервер, я сменяю сезон, я сменяю мод. То есть, по сути, новый сезон, новый сервер и новый мод. Как вы видите у себя на экране IP сервера, название сервера, чтобы можно было найти. Мод Eternal, плюс дополнительные моды установленные. Какие-то Тошка сам установил, какие-то по моему желанию установил и по моему предпочтению. Вот, на сервере будет 15x, на сервере будет PvE, так как в PvP я не вижу смысла. Всегда под каждым видео будет ссылка, ой, ну не ссылка, а IP сервера и название сервера. Вот, назовем так, это, можно так сказать, мой на данном этапе сервер, то есть на котором я буду играть весь сезон. Я очень рассчитываю на то, что весь сезон я буду играть именно на этом сервере, и я очень рассчитываю, что вы будете этот сервер поддерживать. Этот сервер не мой, это сервер подписчика, так что относитесь к этому серверу как к моему серверу, вот, с уважением, так сказать, вот, и я очень рассчитываю на вас, на моих подписчиков, то, что вы будете всячески помогать Тошке, администратору, если что-то будет нужно. Вот, что еще, завтра будет стрим, в честь двухлетия канала, я уже сам запутался, но в целом, в честь двухлетия канала, завтра будет стрим, и, соответственно, там и начнем развиваться. Я заклеймлю за собой территорию какую-то определенную, и чтобы уже, как говорится, там никто не мог построиться, и мне было легче строиться. Вот, заклеймлю за собой территорию, и все будет хорошо. Вот, ну и, соответственно, завтра уже на стриме начнем развиваться и так далее. Новый сезон будет совершенно не такой, как предыдущий. Возможно, как начальные сезоны будет. Что именно, как и так далее, вы узнаете по ходу дела. Я очень рассчитываю на то, что вам понравится. Я просто собрался, так сказать, с духом, посмотрел других ютуберов и так далее, и, ну, понял, что тот формат, в котором снимаю я, это немножко не тот формат, который люди смотрят. Ну, и, так сказать, люди снимают. Вот, поэтому я решил немножечко переделать, посмотреть, как получится. Этот сезон будет экспериментальный, я постараюсь весь сезон снимать в таком темпе. Мне будет легче снимать, вам, надеюсь, будет интереснее смотреть, что будет, как будет, узнаете, как говорится, в первой серии. Вот, но опять-таки же, всех приглашаю на стрим в честь двухлетия. Ничего такого, просто обычный старт сезона, можно так сказать, нулевой выпуск. Почему нулевой выпуск сезона? Потому что на этом же сервере я буду продолжать играть. То есть все, что вы видите на стриме, вы увидите и в последующих сериях. То есть я буду продолжать. Это не будет что-то новое. А вот, поэтому как бы это, можно так сказать, нулевой выпуск. А как же это называется? Не нулевой выпуск, а... Ай, забыл, как он называется. В общем... Пилотный выпуск это пилотный выпуск, вот, но он же будет стрим, он же будет приуроченный к двухлетию канала. До 3000, конечно, подписчиков не дотянули немножечко, вот, но я очень на вас рассчитываю, то, что вы будете делать репосты, ставить лайки, комментировать, потому что благодаря всему вот этому, а в частности, благодаря большому количеству комментариев, увеличивается количество подписчиков. Вот. В общем, рассчитываю на вас, рассчитываю на то, что вам понравится новый сезон.
Предыдущий сезон закончился не очень хорошо. Спасибо Зевсу за подсказку про Мегапитека. Все-таки он... Я теперь знаю, что с ним надо делать и откуда все это дело берется. Огромное вам спасибо за то, что вы поддерживаете меня в комментариях и подсказываете, что, да как, да где, что мне делать. Лучше, что лучше не нужно делать. Вот. Но опять-таки же повторюсь, смотреть. Я всегда говорил, говорю, буду говорить не только на своих видосах, но и в комментариях по другими стримами, видео. На видео всегда все легче и удобнее, нежели на стриме либо на видео. Я даже свои видео пересматриваю через какое-то время. Я вот пересматривал свои видосы, одни из первых, как это, и такой: да ну нафиг, вот ты дебил, тупишь, да ты чё, угорел что ли, да, да вот же, ну ты чё. И в итоге я сидел, комментировал точно так же, как и вы. Вот, если по-простому говоря. Ну вот, поэтому как бы смотреть всегда было, есть и будет намного легче, нежели снимать. Как говорится, не верьте, проверьте. Вот, в общем, сезон стартанем ровно на 2-летие моего канала. И в частности, этот стрим будет к этому приуроченный. Я рассчитываю, что как минимум до лета это будет сезон идти. А именно уже полтора месяца, можно так сказать. Вот, поэтому как бы посмотрим, что когда, как будет дальше развиваться событие. Посмотрим. Ну, а на этом уже все. Надеюсь, нужную информацию я до вас донес. Вам, вас, так сказать, это видео хоть как-то устроило. Вот, и, собственно, приходите завтра на стрим. Завтра будет все намного веселее. Потому что будет начало развития, а начало развития — это всегда полный идиотизм. Вот такие вот дела. Все на этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливы и добра. И, кстати, да, я сейчас пойду там проклятые земли записывать, все дела. Ну, надо же когда-то их записывать. В общем, всем пока.